Всем привет! Это канал Кикидо. Друзья, мы в аэропорту и мы решили отправиться в путешествие. Короче, мы замерзли, у нас холодно, у нас нету лета. И мы решили отправиться в теплые края, погреться немножко. А куда мы отправляемся, вы сейчас узнаете, ну чуть попозже. Да, Камильчик? Да. Не будем говорить, куда мы летим пока? Нет. Попозже скажем? Да. С нами медсестра. В общем, ребята, идем сдавать багаж, проходить регистрацию. И дальше там уже все по плану. Мы, кстати, полетим в двухъярусном самолете. Нет, у нас будет одноярусный самолет. 2 часа, наверное. Ура! Наш маленький хейтер делает свое дело. Так, пойдем. Ну что, мы прошли регистрацию. Камиль бегает с Аминкой. Да, ребята, кстати, время, по поводу времени, сейчас 2 часа ночи. Вылет у нас в 3 часа. Мы не спали. Сколько мы не спали? Уже сутки. Да, почти сутки. Прошлой ночью мы собирались. Ну и вот сейчас мы тоже не спим, потому что мы вылетаем. Пушка спрячется. Ты читер. Ты читер. Это читер. Читер. Ну что, ребята, мы прошли эту утомительную процедуру досмотра, паспортного контроля и все такое прочее. И сейчас мы идем. Куда идем, я не знаю. Куда идем? Дьюти-фри. Сейчас пойдемте посмотрим, что там есть хорошенькое, интересненькое. Дьюти-фри. Тетя-фри. Тетя-фри. А самое интересное, ребят, знаете что? Что у меня за спиной огромная штука, она называется коптер. И мы думали, что нас не пропустят с ним. Но даже не поверите, у нас даже вода была в сумочке. Кстати, всех попросили. Всех попросили выложить воду. Нас. У нас даже не попросили воду выложить. Нам повезло. Да. Так что вот такие вот дела. Наш папа не хочет подарить маме такие духи? Нет, он хочет. Папа скряга. Ну что, наша мамочка, поздравляем тебя с покупкой. Дьюти-фришкой. Тетя-фришкой. Новый аромат. Мама купила себе духи. Теперь пойдемте посмотрим там, где сладости. А я поехал. Короче, ребята, до самолета еще целый час. Мы проголодались и решили немножко перекусить. Так, ребят, ну что, мы понямкали. А теперь идем искать наш выход к нашему самолету. Да. Посадка вроде началась. И у нас выход номер 19. Надо его найти. Аминка тут ко мне прицепилась. Как у меня лягушка. Тут как лягушка на меня легла и заставляет меня таскать. Камильчик тут сам по себе. Время сейчас? 4 часа. На самом деле спать не очень хочется, когда идешь, но вот как только садишься, все, сразу начинает рубить. Вот так вот, и мне очень тяжело. Папа, а ты чего меня не несешь? Вот, люди спят. Все уже сели вроде, а мы еще только идем. Здрасте. Мы, как всегда, самые последние. Тут так прохладненько, кстати, по сравнению. Это трап. Ребята, Аминка первый раз летит на самолете. И вообще первый раз она идет, то есть летит на море. Первый раз в жизни. Она еще не представляет, что это такое. Ну, что-то там пытается нам объяснить, рассказать свое воображение. Аминка, вот самолет. Ты в него садишься. Привет. Здравствуйте. Привет.
Так, мы продвигаемся в самолет. Так, ну что, мы сели. Камечек уже тут анбоксинг делает. Что тут раскрывать? Наушники. Сзади мама с Аминкой. Привет. Привет. Аминка уже пристегивается. Так, а где мой что у нас здесь хорошего? Твой рюкзак наверху. Вау, какое место у нас. Смотри, крыло. Огроменное крыло мы будем видеть. Смотри, перед нами будет. Честно говоря, я так и хотел. Я не хотел, чтобы мы сидели над крылом. Она все трогает. Все ей интересно. Аминка, у тебя тоже есть наушники? Она уже пристегнулась даже. Короче, Каминчик майнкрафтится, да? Что ты хоть делаешь-то, хоть рассказывай. Я должен починить дверь. Ты построил дом? Угу. И? А что у тебя там лава была на полу, на земле? Это не лава. А что это? Это такой блок. У меня обнова в Майнкрафте. У тебя дом большой хоть? У меня есть большие, очень большие. А, у тебя несколько домов? У меня есть несколько серверов. Короче, ребят, сколько мы вот делали летсплей, мы еще ни разу не делали летсплей на Майнкрафт. Вот. Но мы обязательно это сделаем. Кстати, пишите в комментариях, куда мы едем. Да, они уже поняли. Ребят, вы поняли, куда мы летим? Если поняли, то пишите в комментариях. Только по-честному, не в конце влога, а именно в начале. Так будет по-честному. Смотри, да? Вот это тоже... Да, не жульничайте. Ну что, друзья, доброе утро, то есть для вас добрый день. Мы почти долетаем уже, мы идем на посадку, приземляемся, мы поспали, поели, вот так вот. Сейчас будем приземляться, посмотрим, что там делает Аминка с мамой. Аминка спит, мама проснулась. Аминка, Аминка, помаши ручкой. Ладно, приземляемся. Друзья, жарище. Идем к автобусу. Вы бы это почувствовали? Это полная жарень. Ну что, друзья, мы приехали в наш отель. И сейчас мы будем... Что делать? Оформляться, заселяться? Да, будем заселяться. Короче, наша мама набирает еду, а мы ее ждем. Мы взяли яичницу. Взяли оладушки, капучино, немного фруктов, немного сыра. Аминка уже вовсю точит яичницу, а вон и мама идет. Ну что, ребята, сейчас увидим лайв-шоу, как Аминка первый раз в жизни ступает ножками на песочек пляжный и идет к морю. Беги к морю, иди. You are the solution.
впечатление о море? Я буду в трусиках. Ты уже все в трусиках будешь? Нет, надо купальничек одеть, не надо в трусиках. Сейчас пойдем переоденемся, все, ей понравилось. Море штука заразная. Пойдем, мы тебе... Мы аминки всяких там надувашек купили. Потом придем, надувашки всякие, надуем ей. Круги там, мячики, шарики, нарукавники. Ай, аминка моя, кепка. Ран-да-ран. О, кровать. Кровать. Еще одна королевская кровать. Нет, надо еще одну кроватку Аминки. Слушай, этот номер даже лучше. Мне понравился. Нормально? Выход на балкон. Диванчик, ай. Вот выход на балкон. Ребят, знаете, что это за звук? Это какая-то штука, типа что-то... Не то птица, не то букашка. Букашка, нам так объяснили. Да. И везде вот этот гул стоит невозможно. Вот это как сверчки вечерние вот это. Только просто... О, смотрите, притихли. Притихли. Вот где там на деревьях. В общем, вот так вот везде, на всей территории, вот это вот жужжание. Первый раз такое слышу. Кстати, ребята, у нас балкон прям, мне кажется, очень хороший вид. Смотрит на море, детский там клуб. Подальше море. Видишь, прям вот. И здесь. Море, ребят. Детский и здесь клуб. Самый крупный детский клуб во всей Европе. Да. На этой территории, на, этого, на территории этого отеля. Да. Короче, ладно, мы туда обязательно сходим, вам покажем. Так, а у нас здесь что? Холодильник? Сейф? Холодильник. Мини-бар. Что в холодильнике? Посмотри. Мини-бар. Открывай. Мини-бар. Вау! У нас целая вода. Две бутылки. Короче, нормально. Жить можно. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. Now you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Some